привет, привет. Да, боролся с интернетом. Опять приходила сегодня техподдержка. Мастер приходил. Опять делал какие-то настройки, что-то опять перепроверял. Вот, сказал, короче, так сразу же нахуй бан. Сказал, что вроде что-то там сделал. Если что, сказал звонить, будет еще раз приходить. Ну вот, короче, такие дела. Да, при чем здесь это? Ерунда. Дали ссылку на новое видео. Да, с Водяновым будет видос. Дождетесь, как и говорили. Ну вот. В Манди. Значит, что я хотел сказать-то, блядь. Посмотрел, дали ссылку на железный рейтинг. Новое видео, короче. Ну, как всегда, блядь, не постеснялись опять они хуйню какую-то сказать о том, что якобы я якобы обиделся на Долера. Блядь, такой пиздец. На то, что он там якобы в каком-то интервью сказал, блядь, про мои усталые мышцы. Блядь, хочется уже сказать железному рейтингу, ребят, блядь, просто снимайте видео о том, что есть на самом деле, а не о том, что как будто бы кто-то там что-то там сказал, или что-то там сделал, или что-то там подумал. Но это, блядь, очень уже некрасиво становится, если честно, просто уже некрасиво. Ну, блядь, ну где такое было? Ходят слухи, что Валерий Живухин даже обиделся на слова Долера. Блядь, где ходят? Какие слухи? Ну что, ну позвоните, блядь, ну спросите меня. Ну реально, просто уже, ну, блядь, ну пиздец. Вот реально уже, да, уже какие-то сплетни просто. Ну ладно, бог с ним, короче, неважно. Нет, мне приятно, конечно, что как бы... Так, пошел ты нахуй. Мне приятно, что, ну, обо мне говорят, пишут. Это все как бы очень хорошо, но просто хотелось бы, чтобы было по делу. Вот, а тут получается, что, ну, что значит ходят слухи? Ну, глупость какая-то. Вот. Понятное дело, что это всего лишь какая-то там фраза, которую Долер отпустил, господи. Ну, прокомментировал парень, не прокомментировал, жалко, что ли. Вот, ну, ладно, короче. Но, тем не менее, выпуск ничего такой интересненький. Значит, выпуск интересненький. Как обычно, никто не знает, будет ли он выходить на сезон или не будет. Мы не знаем, я не знаю, этот не знает, тот не знает. Один только Пата вроде сказал, что будет выходить. И этот Боев сказал, что Бажанова привезет. Ну, вот. Ну и, собственно, и как-то и все. Вот, так что, ну, будет интересно, чего, будет интересно. Любимочка. Это кто любимочка? Сегодня у меня спина. Блять, сука, откуда лезут люди, которые вообще не знают, кто я такой? Привет, Честер. Ну вот. Сегодня будет спина. Не знаю во сколько. Но будет. Водянов приедет, хочет меня поснимать. Хочет позадавать какие-то вопросы. Удовлетворить потребности подписчиков в появлении меня на его канале. Ну, я, в свою очередь, удовлетворю вашу потребность в Водянове, и он появится у меня на канале. Вот. Да, Водянов на осень не готовится, это тоже какая-то херня. Вот. Совпадение не думаю, это точно. Да, на улице какое-то говно, а не погода. Вообще, конечно, хочется сказать, что, блядь, Питер – это отвратительный по погоде город, вот, в котором совершенно невозможно, блядь, жить с нормальным, находясь в нормальном состоянии духа. Потому что один день солнце, второй день, блядь, дождь, третий день град, четвертый день снова солнце. Вот. Халецкий, ну так еще бы. Вот. Снег, да, еще иногда бывает снег, походу. Ну, что вам еще сказать? Спал сегодня очень плохо, я, пацаны, просто ужасно спал из-за этой ебучей жары.
Я просыпался, чтобы вам не спиздеть, в 3, в 4, в 5, в 6, в 7 часов. Вы можете себе представить? Вот столько раз, блядь, я вставал сегодня. Это просто кошмар. Вот. Но то, что попрохладнее, и то, что не так душно, это, конечно, хорошо. Кондея нет, конечно. Откуда ж кондей у бомжей? Значит, так, что-то еще хотел сказать. Блять, напомните мне, что я хотел вам сказать. Днем надо меньше спать. Спасибо, что научил. Самбист, да. А ты банист. Так, сам сплю плохо. Ну да, кровать была мокрая от пота. Посмотрел видос Юнга и Долер. Болен билдингом. Да это по молодости, это пройдет. Это пройдет. Так. Актуалку. Что такое актуалка? Вот актуалка сейчас перед вами. Актуалка. Да, с сегодняшнего дня я на диете официально. Сегодня уже была кашка не на молоке, а на воде. Вот. И чай был, блядь, без сахара. Что еще? Да, короче, все как обычно. Все практически так же, как обычно, блядь, только молочку сейчас уберу лишнюю, останется только творог. Молочка сильно, конечно. Не только меня, всех. Коробков Александр, здравствуйте. Коробков, видите, приходит в мой перископ, чтобы вы не забывали о том, что он существует. Сахзамы юзаю, пока не хочу. Я думаю, что куплю, естественно, какой-нибудь фитпарат. Блядь, что-то голова болит. Вот, естественно, без них тоже дело не пройдет. И вот хочу сказать, что я ни разу на сушках не пробовал все эти нулевые соусы и джемы, которые типа 0 калорий, вся хуйня. Не знаю, есть ли в этом какой-то смысл. Все пытаются обмануть свои рецепторы, блядь, закидываясь чем-то, что пахнет и имеет вкус, но на деле типа ничего не содержит. Но я думаю, что там говна намешано всякого. Поэтому уж лучше просто, блядь, сахарозаменитель, фитпарат подкидывать себе понемножку. Да и то не в больших количествах, да и ладно. Ну и мед есть поначалу. Потом, когда уже и мед нельзя, ну, блядь, остается яблочко. Так что... Кто не может держать диету, лучше не надо на нее залазить просто, а то что-то выдумывают, блядь. Ну да, кстати, тоже вариант Честер, кстати, хорошая идея. Пам-парам-парам-пам-пам. В таблах. Дважды покушал сегодня. Да. Расскажи про кардио, про свое. А что про него рассказывать? Я хожу пешком. Вот и все мое кардио. Ну, получается примерно так, да, наверное, каждые 3 часа. Сколько приемов пищи на диете? Да штук, наверное, 6-7 получается, где-то так. Угу. Так, что-то с вопросами вы немного пишете. Я на самом деле зашел вам так на вопросы поотвечать. А что-то вопросов маловато. Сейчас 4 яйца буду увеличивать сейчас потихоньку. Да, телевизор работает. Новости. Россия 24. Боюсь, каждый день боюсь, чувак, ага. Ну какие полуфабрикаты? На сушке полуфабрикатов никаких, естественно, нету. Никакую конкретику я, конечно же, давать не буду по поводу того, сколько у меня чего. Только общую информацию.
подзагнал метаболизм, это нормально, да. Вопрос очень простой, ответ на него тоже простой. Есть правильную пищу. Ну что делать, что делать? Делай так, как тебе комфортно, блядь. От чего болят, от чего растут, то и делай. Я только что об этом сказал, да, диета уже. Ну, спасибо. Да, именно так. Не, бороду не брил. Лень. Не знаю, как отказ. Раз все говорят делать отказ, делай отказ. Делай, как все говорят. Ой. Да, я каждый день позирую. Мышцы растут. Да, хороший вопрос. Загугли. Что там по поводу суши за наш счет? Да, как хуй знает, сколько народу, что как. Я решил, нахуй надо, не буду. Пойду себе спокойненько потренируюсь, да и все. Вот вы, ребят, даете, конечно, сигнал хороший, блядь, не обрывается. А вы тупите. Блядь, загрузка соли перед сливом. А он тренироваться и не будет. Начинай сегодня просто и все. Нет, я не пощусь. Сука, аспирин пьешь. А ты? Так, ладно, ясно, короче, до свидания. Ничего толкового, что-то не происходит.